люди отходят в сторону. Что это такое? Что у вас? Вот это лидер наш человек, который работал, бывший председатель колхоза. Мы оставили его имущество. Мы оставили его имущество. По земле в прокуратуру обратились, по имуществу, имущество, значит, уже увели, растранжирили. Но это было имущество колхоза, было... вы сохранили колхозы. Мы не сохранили, вы сделали кооператив. Кооператив, да. Вот председатель кооператива. Председатель кооператива, вот он, Капсимон Георгиевич. Он довел этот кооператив до банкротства. Сейчас хозяйство в процессе несостоятельности. Мы с ним договор не делали на имущество, а он взял и продал. Уже они создали свое ООО, и все это имущество как через подставных лиц выкупили, выкупили имущество. Сегодня, к сожалению, не будет возможно. Но или я приду на юге, или я приду, давайте, или я приду у вас на юге, или кто-то из вас придет у меня, и мы посмотрим, что у вас. Хорошо, я, к сожалению, первый раз слышу об этой проблеме. Помогите, пожалуйста, давайте я постараюсь, может быть... Вот нам дают 50 килограмм зерна. Мы разве можем... Я, к сожалению, первый раз слышу об этой проблеме. Я не слышал, но... Прокуратура Гагаузии знает, прокуратура района знает, народное собрание, председатель знает, потому что он тоже участник в этом деле. Хорошо, хорошо. Никакие меры не принимают. Вы мне позвоните, и мы посмотрим. Или кто-то из вас...